Сразу после захода солнца в областном центре начался ифтар – праздничный прием пищи во время исламского месяца Рамадан. По традиции вечер открыли чтением священного Корана. На ужине собралось около 250 человек – мужчины, женщины и дети, граждане России, Индии и стран ближнего зарубежья. Месяц Рамадан – это месяц взаимопомощи. Считается, что тот, кто накормит постящегося, получит такую же награду. Раньше мы собирались в домах, собирались в мечетях, а вот сейчас уже такая традиция сложилась, что людей стало много, и в одном доме не соберешь столько людей. Поэтому мы решили в таком банкетном зале собраться. Перед гостями интернационального праздника с исполнением нашидов выступили юные звездочки. Нашиды – это мусульманские песнопения, связанные с пониманием людьми своей духовной жизни в исламе. Продолжился вечер викториной на знание своей религии, истории Кольского Заполярья. Традиционными угощениями послужили фрукты, сытая лепешка, узбекский плов. Рамадан завершится 8 апреля, а 9 числа начнется праздник Разговения – Ураза-Байрам. Юрий Манаков, ТВ 21+.